Солунский, тогда император Диоклетиан издал указ. Любой римский солдат может остановить совершенно любого человека, который ему не понравился, и попросить его принести жертву богам. Если он отказывался это делать, убивать на месте. Вот святая Анисия Солунская. Она была очень красивой молодой девушкой. Она была тайной христианкой, шла на праздник. И вот она, наоборот, очень понравилась римскому солдату. Он решил с ней познакомиться таким образом. Попросил ее принести жертву богам. А она открыто исповедовала себя христианкой и плюнула ему в лицо. И тогда он достал меч и отсек ей голову, убил. Вот. Мощи времена Византии, они находились также здесь. А уже последующие века, они были спрятаны и обретены были также в 1980 году.